Ну что, коровий хребет 2.0. Понеслась. 101 километр до финиша. Гнать не будем. Особо гнать не будем. Будем гнать, как обычно. Поселок Колоссаль. Не боись. Мамочки. Если ты проехал, видимо, я тоже проеду. Ага. Ох ты, ё-моё. Не вымок? Да, быстро ноги делать. Это в покатушках самое главное. Во всех смыслах. Так, понятно, дубль 2. Купаться еще рано. Хорошо, могу за тобой ехать. Давай. Ок. Не ок. Вот начало коровьего хребта. Наш квадроцикл ко мне проехал. Залетный. Элемент гати. Разогнаться бы. Хотя бы. Гребучие. Глубину своей удачи хотел проверить. Ох, я не знаю. А это похоже на квадроциклы. Черт, провалился два раза. Очень не хочется купаться второй раз. Может быть слева. Решил ехать назад, что ли? Здравствуйте. И горбы на дороге.
Мамочки. Ну. Ой. Ой. Я смог. Закат. Я успел. Ни одного кабана не встретили. Ну, мы еще не доехали. О, я ж говорил. А, не, ну здесь мост, халява. Этот мост, прям скажем, он немножко дырявый. Не забраться. Давай. Все, так я нырнул. Повезло. Еще одна. Повезло. Мне повезло. Черная Динамо. Ну что ж, класс-класс. Мне в темноте очень понравилось. Да, мне тоже. 103 километра. Хайда мы.